дорогие друзья. Привет. Айхан, Ахмед. Вы скучали по Ахмеду? Ахмед у нас теперь живет в Алане. Да, и сегодня мы в Махмутларе приехали к Афет, попробовать опять ее вкусняшек. В общем, покажем, как мы проводим воскресный день. Ахмед – my best friend. Дорогие друзья, и мы в воскресный день опять приехали к Афет в гости. И сейчас вы увидите, чем она нас будет сегодня угощать. Всем приятного аппетита. Очень вкусно все было приготовлено от души. Я очень рада, что вы к нам зашли. Всегда буду ждать и рада вас видеть. Ну и, конечно же, вы приходите. Ссылка на кафе в описании к этому видео. Афет всегда всем рада. Конечно, всем очень рада. И не забудьте попробовать ее фирменный кофе. Да, божественное. Афет, расскажите, пожалуйста, про ваши фирменную шаурму с курицей. В чем секрет? В чем секрет? Не жадничаю, всего очень много, в один дюрем ставлю в одну шаурму 1.5 порции, может от этого. Соусы очень хорошие у нас, которые нет в продаже, только наша фирма готовит их. А вот этот соус, да, у вас очень вкусный, который, как он называется? Он называется бургер соус. Бургер соус, вот этот соус очень вкусный. Да. Его можно у вас прям купить, да? И, можно, например, купить. Дома в салаты добавлять. Конечно, да, он продается. Вот такие шикарные. Такая шикарная шаурма. И они такие. А, еще я их жарю, поэтому они еще вкусные. А, да, потом вы их отправляете на гриль. Да, да, да. На гриль, поэтому получается. Лаваш тонкий. Поэтому, когда кушаешь, очень приятно. Не толстый хлебушек. Угу. Сочный такой. Сочный, прям. Сочный, да. Много соуса. Не жалею. В принципе, он не такой должен быть. А где вы научились? Или это ваш собственный это рецепт? Это мой собственный рецепт. Так никто не делает. Еще сыр внутри. Вот сыр. Да, еще сыр ставлю. Сыр тоже наш, из Комагена, поэтому тоже очень вкусный. Так, теперь мы их отправляем на гриль. Да, в чем особенность этого кофе? Расскажите. Так как называют русские, я сразу скажу, его называют божественным. А на турецком это османское кофе. И там очень много добавок, которые помогают для здоровья. Один из самых главных ингредиентов – это кечебуйнузо, рожковое дерево. И очень много еще. Айхан, пробуй. Айхан, не-не. Вкусно? А подают турецкий кофе обязательно с шоколадом, с лукумом и с вот такими вот печеньками. Ну что, друзья, покажу вам, как выглядят шаурма от Афет. Это вот такая вот большая шаурма. И вы видели, что в ней находится большое количество курицы, салата и особый соус. И посмотрите, какая она огромная. Ее можно съесть днем, и до следующего дня вы будете сытыми. Поэтому всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну и мы тоже будем кушать. Сегодня 20 января. Покажу вам немножко одну из основных улиц Махмутлара, улица Мемедчакыр. Вот так вот она выглядит. Дождика сегодня не было, но погода немного пасмурная. Как я вам и говорила в других видео, в описании смотрите ссылки на видео, которые мы снимали раньше из Махмутлара. Город, конечно же, очень сильно изменился, очень сильно разросся. И тянется прям вот от гор. И если идти по этой улице, то вы попадаете прям на пляж. Махмутлар очень компактный, уютный, красивый городок. Поэтому многие его также выбирают для отдыха, потому что на побережье расположено большое количество отелей разного уровня, от 5-звездочных до небольших апарт-отелей. И, например, именно во на вторник этом месте проходит рынок во вторник. Продуктовый рынок, овощной, овощи, фрукты. В Махмутларе вы можете приобрести здесь, на улице Мемедчакыр, или в субботу на центральной площади. Ну,
Многие спрашивали также про автобусы. Запустили новые автобусы. Вот как раз я вижу, стоят эти автобусы. Но они стоят, они ездят. И написано Махмутлар, улица Ататюрка. В общем, я вам просто покажу, как они выглядят. Выглядят они вот таким вот образом, чтобы, если вы увидели, снизу зелененькие. Ну, а маленькие автобусы Долмуша, они также продолжают ездить, как ездили раньше из Алании в Махмутлар. И ходят они по улице Ататюрка, по улице Барбаросса и по набережной. Несмотря на зиму, вот так вот у нас здесь все зелено, зелено и красиво. Вечно зеленый Махмутлар. Растут бананы. Сейчас посмотрим, есть ли у них цветы, которые потом превратятся в бананы. Я здесь не вижу, но, возможно, в следующем году. В Алании опять идет дождь. Вчера была пасмурная погода, сегодня опять дождливая. Показываю, как выглядит город из окна нашего офиса. Пятничный рынок, вечно зеленая пальма. И вот там вот вдалеке виднеется крепость. Но мы, конечно же, надеемся, что в скором времени солнышко опять появится, и мы будем им наслаждаться. Многие из вас спрашивают, когда закончатся дожди. Ну, к концу февраля дожди уже закончатся, и начнется весна, будет прекрасная погода. Вот такой вот день у нас сегодня получился. Съездили в Махмутлар и возвращаемся уже домой. Сейчас зайдем в магазин за кое-какими покупками и будем отдыхать. Посмотрите, какая у нас зелень, даже зимой. Как я вам говорила, Алания – вечно зеленый город. Вот такая вот у нас красота. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Приезжайте в Аланию.